свалка удалась на славу. Снегоход один сломался. Надеюсь, не совсем его убили. Будем ждать подмоги, а пока будем кататься на одном. Лесу ахна просто. Но вот так вот ездить не очень, если честно. Специально так говорит, чтобы мы отвернулись. Не, вон, не там, не там, вон там. Вон, видишь? Вон. Что это он? Талыжа. Талыжа? Эй, Миша. Пьем что? Пьем кока-колу. И едим какую-то мясо, сыр, колбаса. Огурец положи. А, взял. А мышь? Там же рядом где-то, значит, на мысли. Мы чуть дальше, по-моему. Дальше? Готово. Что с сосисками турецкими? Есть сеть? Полковник до сих пор меня записывает. Да, мы тебе вперед этим напишем. Вот мы. Это вот сколько? Последний раз мы ездили записывать? Ну, в тот раз вот то, что я тебе говорил, мы как-то, ну, сейчас Вадика домик отметим на карте. А Вадика вот он, тупичок. А, отметил. Надо мне, кстати, вытащить эти треки, сохранить. Сегодня поймал. Давай, покажи рыбу. Игорек, ну, ты так, руки. Тихо, тихо, у меня ж ноги. Это на закидух. Сейчас поедем, надо бухать сегодня. Капитальный красавчик. Саня, храпи***. Эмхин, сынгэм, блин. У тебя клюет? Кумэ, смотри, поблизилась, блин. А у тебя клюет? Нет. А будет клевать? Навряд ли. Навряд ли. А надо? Как бы хотелось бы. Не, конечно, у меня есть видео для жены, что мы на работе, ой, на рыбалке были. Ты что, Надьке скажешь, что у меня видео есть, что ты на рыбалке, а не в бане, блядь, в бане, как обычно. Вот два. На халяву побухали, знаешь. Ну я так и думал, он сидел. Это диалоги о рыбалке. Сегодня мы на озере Чаром. Ни хера, кроме гальюнов, не поймали. Погода поедем бухать в домик. Да? Да. Короче, Игорек нас спаивает. И нахуй шлёт, блядь. Соединили. Снегоход один сломался. Я думал, я там упаду. Опустил, отгрузило вот так вот до рыбы. Грузило, опустилось, а рыба там где-то рядом. Плавает? Да она мертвая, блядь, чую плавать. Еще пугано. Где рыба наша? Вот она. Сундук шевелится. Да. Вот они, мои сегиды. Вот она, моя рыба. Вот он, мой родной. Вот он, сижок какой. Вот он мой красавец, не то что эти лошпеды ловят. Рыбу на не умеют. А кто поймал? Два, я. Удочка-то моя была. Там, блядь, команд 4 сишка. О, Саня печку затопил. Не сгорим. Он дурачок. Дурачок у нас сегодня. Взяли этого дурачка. Я домой. Че? Я домой. Домой? Я с тобой. Пацаны, где мы спать будем? Не, Саня-то понятно, на улице, а мы где, Игорек? А тут не видно, наверное, ни хера. Чуть-чуть.
Да, Санек? Стол, блядь. Это мужик какой-то пришел местный. Молодой человек, вам хэллоу. Егер, кто такие? Я вас не звал. Идите. Что там с сосисками турецкие? 5 минут. Пружины у тебя, Игорь? Да. А, все. Только пакет отдельный. А, либо давай их вот сюда, это самое. Скинь вот эту. Да вон, под эту сейчас кинем, да и все. Здесь на санках можно кататься. Ух, ё-парыса ты, нифига себе, слышь. Жарко. Чё, Санек, нормально? Все жарко, реально. Ну, сейчас это, вместо что сделаем. Ты уже в трениках? Там наша шконка. Так, Сашкина. Такая вот избушечка. Здесь еще столик летний, походу. Такая верандочка. А вы что, без меня мясо уже едите? Что ты, Хасан? Сок. Я не пью. Ну это ж сок, да? Конечно. Натуральный. Это там. Ну-ка, Саня, покажи улов-то нам. Улов. 56 штук. 56 гигантов просто, монстров на озеро Чар, блин. Чего только нет тут. Сань, завтра не меньше надо поймать. Ну. Я бью, я пешком иду. Я. Тут, короче, если вот так, покороче. Ой, а что там так светло стало? А мы не нашли твой домик. А кто? Не, мы... Мы вообще никуда не ездили. Мы вот этот домик не знаем. Че это домик? Он раньше здесь стоял, теперь его нет. Вкусная кола холодная, да? Начало пахнет пошло. Какой-то вот жвачкой. Это сигареты ты мне купил, блядь, с дыней. Да. Приготовление пошло. Музыка орёт. Что-то точит там уже один там. Спалил контору. Что-то там орёт. Ну, в него кинь. Ну, выйдет, в него кинешь, надо. А, что там запах? Подвёл, варяг, 500.
Я все в кучу сгреб угли. Вот оно, унылое говно. Вторая партия. Едем рыбу ловить, Сань. Ты будешь ловить рыбу?